Ты меня толкнул, трутень! Слышь ты, трутень! Чё? Что? 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 Всем здравствуйте, дамы и господа и гости моего канала, с вами как всегда Айрон. И в сегодняшнем видеоролике мы запустили что-то интересное. Мы уже, наверное, четвертый раз хотим что-то заснять, потому что первое было какое-то говно, потому что оно очень медленное было. Ну, то есть, легкое слишком. То второе слишком сложное. То третье вообще это не то, что мы планировали. Да? Ну, пока что мне нравится. Начало. Четвертый раунд говорю. Хотя, наверное, нашел. Если все-таки выйдет, да? У нас. Ну, я еще раз скажу. Если хотя бы даже под этим роликом набирается у нас 30 лайков, я уговариваю Айрона, чтобы он снял стрим по GTA онлайн. Ну, кто ждет этого? Подождёшься. Этого, да. Ну, а кому не надо, тебе скажут, пошел в жопу. Ну, лично мне, Айрону не надо, лично мне, потому что это была моя идея. Чё такой долгий там? А мы... О, начинается, ё-моё, нифига себе тут. И куда нам? Я тебе говорю, а в комнату будем ходить, вообще. Так хорошо, я откуда знаю? А, подожди. Тут есть элемент, первый элемент. Типа тут надо вот так вот заехать и повернуть налево. О, спасибо. О, спасибо, реально. А, нет. Блин, я совсем заруинил катку. Там налево надо. Да куда ты, дурачок? Да я полетел. Налево надо. Там вообще вправо не нужно. Да я буду в флагбаум без ошибки. В него. А я тебе опять помог, да ты достал. Спасибо. Теперь я проехал. Ого. А помоги мне тоже, закинь меня тоже. О, я проехал, я могу это сам. Всё. Уии! Всё, смотри. Ну вставай, блин, я уже внизу. Давай, типа заезжай там влево, это самое, я тебя подтолкну. Давай. И налево. Да. Ты можешь это самое доехать до верха? Не слишком сильно заезжай. Не слишком сильно, понимаешь? Типа, то есть, заезжаешь и влево. И там ты должен... Ой, почему? Ладно, давай, заезжай. Трутень, заезжай. О! Ну, попробуй еще раз так же. Я пойду дальше потихонечку. Если что, по закадрам такой Егор. Каскадерские гонки! Ты, я не буду это проходить. Своими каскадерскими гонками. Ну что, на лошадях, что ли, тут? Возможно. Ну, тут вот это запасное, что ты тут развлекаешь такая? Я в неё... Она мне не мешает, у меня резко. Походу задницы надо проходить. Ну, я угадал. Давай. О, хорошо. Блин! Слушай, это сложно. Я понял, как быть. Серьезно? Да. Там, короче, надо вот об этот угол, надо об него биться, и чтобы у тебя жопа, короче, рассинхрон. А если, допустим, Господи! Ты куда? Ты дурак! Иди знаешь куда со своим упатем? Умирать так вместе, как говорится, да? А ты умер? Ага, нет. А я не лох. О, я... нет, я упал! Какой я долбоёб. Вообще не сложно. Типа тут главное везение иметь. Ну реально мне нравится. Ты видишь, какие там элементы дальше? Два раза запрыгнул, тупо потому что я тебе помог. Вот сейчас ты сам где прыгнул. Я только не понял, как ты это сделал.
Ты дурак! А я... Долбоёб! Я только ты... Какой ты трутень, реально, просто! Какой ты дурак! Офигевшее чмо! Ты сам убал вообще! Ну, конечно, ты меня толкнул! В смысле, я тебя не толкал? Ты меня толкнул! Следи за базаром, слышишь? Да бля... Дурак ты! Чё? Ничего не слышу. Ты меня толкнул, трутень. Слышь ты, трутень. Чё? Что? Чё? Ты ролики... Ты видишь, где я? Ага. Я залетел оттуда до сюда. Я не прожил эту... Что с вами скелтесами, блядь, пидорас? Да ебал он, блядь. Бомбит. Если ты меня сейчас столкнешь, мало тебе не покажется. Я тебя найду в реальной жизни, тебя... Я тебе наоборот помог. Ты еще выделаешься. В каком месте ты мне помог? Ты мне даже... У меня целая машина. В каком ты месте мне помог? У меня целая машина. Я тебя передом пихнул в задницу, и ты залетел. Ой, бля. У-у-у! Хоть бы до чекпоинта доехать. Если я сейчас доеду до чекпоинта, все, это победа. Реально победа. Да нет. Блин, непроходимый скилл-тест в GTA Online. Бля! Ё-моё, сейчас одна ошибка, и я разобью голову, смотрите. Тут разгон надо, тут разгон, пацаны, тут разгончик. Вы сейчас эпикфейл, если... Да, я чекпоинт взял, ура, победа. Ура, ой, блин. Чё? Это видео... Не, этому видео быть. Оно выйдет. Не переживай. Ага, с моими мучениями. Не, ну что ты думал? Это скилл-тест. Блин. Не, ну он реально... Я ж прошёл. Значит, все проходимо. Так. Чуть не прилетело. Нет. Пожалуйста. Ну, паскуда, да? Нет. Конча! Я надеюсь, что не будет там какого-то элемента такого, который я вообще не смогу пройти. Вообще никак. Даже я. Не считая Егорика. Егорик, да, даже легкий элемент не может пройти. Пошел ты в дом, да и сам один 10 минут сосался, даже 16. А, ну слушай, я хотя бы до второго чекпоинта доехал. И мы после этого с Егориком больше не друзья. Знаешь, это когда китаец купил буханку, и он такой, теперь у меня нет друзей. Даже жалко его стало. Кто смотрел в ТикТоке, Егорик, это шо? Наверное, все это вырежу. Все, что я... О, кстати, так. Кстати, кто хочет спинтайрос, пишите в комментах. Что? Ебать, Саша! Я проехал трубку! Я не знаю, куда дальше. А куда дальше? Мне по боку ехать! Что? Вы чё, люди, алё? Это нереалочка! Это нереалочка! Не понял? Как? О, блин, тихо.
тихо. А как тут проезжать-то? В смысле? Меня скамят. Меня... Вау. Блин, я посмотрел бы прохождение. Ну, блин, не туда. А как? Пробуем, ладно. Блин, ну я так и думал. Блин. Что делать? А? Я у тебя как ты сказала, то, что ты хочешь спинтайра снимать? О, да. Блядь. Стой, тормози! Нет, сука! Такую игру называется Блэкрафта. Нет! Даже если будет 50 лайков, 100. Я все равно не буду это самое играть в Блэкрашу. Блэкраш реально какое-то говно. Я один раз зашел в Блэкраш, мне вообще оно не понравилось. Ну, для слабеньких типа телефончиков вообще офигенно. Ладно, если... Ну, давай тогда выпустим этот ролик, даже если мы с тобой не пройдем, это, ну, просто чтобы он был. Число-то у нас было, а то мы сегодня вообще еще ничего не засняли. Mm-hmm. Если мы под этим роликом все. О, прошел! Прошел! Сосать! Под этим видеороликом 100 тысяч. Ой, 100, да, 100 тысяч, ага. Нет! 100 или 50 лайков. 100 лайков, то мы играем в Warcraft с Айроном, если мы набираем 50. Лайков. Айрон играет в спинтайров, но походу без меня. Ну или я попробую скачать. Я сейчас чуть, блин, этот стол не проломил. Давай разгоняйся, там разгонаться надо. Аккуратно. Аккуратно. И там аккуратно под этим. Поэти проезжай, аккуратно, пожалуйста. По розовой, и там на синюю, или же на домик. На домик или на синюю прыгай. Только не перелети, пожалуйста. Пацан, успех шоу не получилось, фартануло. Мне тебя жаль, Григорик. О, господи, Егор. Я сделал! Ебать, блядь! Я сделал, наебал! Чё я тебе не то сказал? Называй эти карты наебаловка.ком. Вот такая. Я там упал один раз, то потом уже следующий. Я это засел, это, короче, все в ролик пойдет. Если что, это в шорс надо запихать. Да. Да! Сука, засад! Я забрал чекпоинт! Я забрал, сука, это чертов чекпоинт! Чё? Да, 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 да. Я смотрел за тобой все это время. Тут перелететь надо, ёпта. А, ну это легко, вроде бы. Сука, блядь. Почему эта пизда у карася? Она такая маленькая, медленная. Чмо. Говно, сами. О, я это, у Олега кофе вот, да, залетал, да. Обычный. Ну, значит, я тоже залечу. Ёпта. Нахуй. Я жопу свою. Что за мяу? Что у тебя там за мяу?
О, о, еще один чекпоинт. Я опять застоялся на этой шопе, но я резко... Я, короче, опять... Я новый чекпоинт забрал. А, тут задом не проедешь. Черт. Ладно. Так, мы на 17 чекпоинте. А, то... Все, мы же собирали 17 чекпоинтов. Вот именно. 20? А, 7 чекпоинтов, понимаешь? 7 осталось. Какая тебе разница? А куда тут? Куда бог сисне? Ну, тормозить-то тебя кто ночью учил? И это будет точно. Я вообще не понимаю, куда. Куда ехать? Или в упор кабельного это будет. А, все, вижу. Вот оно. Херозень. После этого у меня в комментариях пойдет стрейк против меня. Ты что, ты нуб? О, смотри, смотри, 30 минут. Все, мы уже 30 минут проходим этот чертов скилл-тест. Я 30 минут прохожу один ебаный элемент. А я уже пару элементов прошел. Ой, блин. Нахуй. Просто чисто иди нахуй. Не материмся. А пошли. Да ладно, это вот этот вот элемент. Плю. Тут, короче, колесо. Колесо! Обратно! Обратно, сука! Блять! Давай. Проезжай. Я доеду. Я доезжаю. Может, видео не выйдет? Или выйдет? Нет, выйдет. Оно уже выйдет, потому что я уже много чего прошел. Нет! Я просто так ехал. Черт. Ладно, хорошо. Тоже сложный элемент. Но, наверное, самый сложный это был вон там вот с этой красной. Где ты сейчас? Дальше фигня пойдет, я тебе уверяю, Егор. Фигня, ну ты паришься 30 минут. Ой, здесь 15. Наверное. Блять, я ебал ее в рот. Что, блять, ебаный комор. Нахуй я тебя. Создал Rockstar, блядь. Тебя не могли нормально сделать. Нахуя тебе такие суки сделали? Не, ну все равно заебаюсь тут. Не, я отсюда не выйду, пока этот скилл-тест не пройду. Я его пройду сегодня. Это я вам уверяю. Я его пройду, но не знаю сколько. Полтора, два часа будем. Час. Надеюсь, сейчас. Ну, попробуй дрочить этот уровень. Я думаю, все, у тебя все получится. Зря, что я не умею проходить скилл-тесты. Попробуй, быстро! Да, бля, я улетел! Просто улетел с этой, сука, платформы. А потом еще мне надо вот этот вот будет улетать. Слышишь, ты сказал быстро, и потом, когда ты сматерился, я, короче, перелетел эту хуйню и наебнулся. Понимаю. Мне тебя жаль. Почему без задницы перелетаешь? Какого черта? Можешь тебя подождать? Да не надо меня ждать. Ну да, конечно, ты это самое, ты все равно будешь долго проходить это все. Ты же у нас нуб. Я попытался по обычному миру. Мне миру ударить. Ты что? Так, ты же заехал, меня развернуло, и я это самое заехать не смог. А давай встретимся. Я буду придумывать свои скилл-тесты. Езжай ко мне. А где ты? Ну, посмотри на карту и приедь ко мне. Не надо! Вырежи, пожалуйста. Ладно, пожалею. Пожалею так.
Ох ты ж, говняшка какашка какая. Наташка. О! О! О, пацаны! Пацаны и девчоночки! Что там? Что тут у нас? Так. Я прошел! Сосать! Хорошо, хорошо, хорошо. Блин, уже чертово 40 минут. Нет! Какой нафиг финишировал? Тут еще до финиша очень далеко. Я прошел, у меня новый чекпоинт. Теперь я хотя бы могу что это самое. О, вроде легко, кстати. Вроде бы даже легко. Вау. Блин, ну у меня прям энтузиазм появился ее проходить. Блин. Я упал. Не, я хочу его пройти. То самое чувство, когда мама зовет что-то, что надо ехать в другой город, это надо одеваться к школе. Кстати, скоро 1 сентября, ребята, так что это самое. Всех поздравляю. Еще одно твое слово про 1 сентября, я сдох. Да чего ты, это прекрасный день, 1 сентября. Друзья, скоро всем в школу, а я пойду одеваться в другой город. Так весело, ага. Прям ты аж прямо, твоя жопка умирает. Да ладно. Я со второго раза проехал! Я со второго раза проехал до следующего чекпоинта. Тар, зачем ты это все сделал? Зачем ты закрыл тут все контейнеры? Я утонул. Тебя поздравляю. Буль-буль карась. Может просто надо было прямо ехать? Я думаю, он все это продумал. А, нет, не продумал. Что ты на каком чеке? 22-м. Прикинь, какой я мощный. На чиле, на расслабоне. Да я такого человека не смотрю. Да не про тебя, я просто про... Да ё-мо, да меня просто отталкивает, как это так? Что не... Вообще... Чё? Ой, бля! Ой, бля! Сука, меня Меня просто это самое... Нет, это возможно, я теперь понял, что это возможно. Теперь ладно. Бля, всё, Айрон, я побежал ставить это... Лайки со всех своих аккаунтов. Чё? Я побежал ставить лайки со всех аккаунтов, чтобы у меня было, блядь, год лета, да? Правильно. Зимой и летом одним цветом. Еще один чекпоинт! Я еще один чекпоинт получил. Кстати, ребята, раз уж мы тут это про зимой и летом вот это вот все если поговорить, еще мы у вас это, слишком много просим комментариев писать, ну так надо, да. Пишите, что вам больше нравится, зима или лето. Как вам лучше, когда зима? Мне лето вообще нравится. Не по поводу типа еще каникул, а именно по временам года. Не то, что каникулы. Вот если вам так скажу, типа, то, что это самое, зимой каникулы, а летом школа. Но я бы все равно, если бы даже летом была школа, то я бы хотел бы лето. Ой, я все равно люблю лето. Потому что, как бы, за что мы все-таки любим лето? За то, что можно покупаться, и Ваня до августа, или кто там это... Ванюша же, да, по-моему, до августа еще не поссал воду. Ну, кто знает, тот поймет. А кто не знает, те не обижаются, да. Да что это такое, блин? Я залетел. А, я не туда залетел. Подожди. Залетел на беременность.
Оба-на, вот это поворот. Я что-то даже не... Блин, а я забыл ролики поставить на вечер. Проехал! Проехал, блядь! О, тут центрифуга, да? Типа. Блин, я постоянно хочу тебя как бы назвать молодой енотикой, но получается же, что я енотика. Блин, давай ты будешь енотик. Поставь себе, там же есть две маски енота. Поставь себе тоже енота. Зачем? Будет банда енотов. Ты чё, долбоёб? Чё? Ты енотиков не любишь? Нет, люблю. Ну вот тогда поставь ради енотиков. Если не поставишь, значит не любишь енотиков. Я не буду такую маску ставить. Я чё, дурак? Чё? Я люблю всё, реальных людей. Блять. Я проехал, блять, я не знаю, как я это проехал. С первого, ребята, с первого, сука, раза, понимаешь? Ребята, айрон бездушный. Нет! Вот видите, ему даже самому грустно в костанках. Короче, в жопу этот скилл-тест. Всё, тогда завершаем. Бля, нет. Я попробую еще раз. Элемент, круто. И... В этот момент Айрон заканчивает ролик. Ты прошел? Да. Ты прошел полностью до того момента, где я был? У тебя третий чекпоинт? Ну, вот это. У тебя третий чекпоинт? Все, я прошел. Ура! Сколько у меня чекпоинтов? У меня 24 чекпоинта. А как проехать тут эту штуку? В смысле? А где там ее объезжать надо? У меня машина там не пролазит. А там ее. А там легко. Там, ну как там сложно, конечно, но там рядышком можно, во-первых, проехать. Там ты найдешь 100%. Ну это же не слепой, я думаю. Тут какой-то, блин, тут еще нахуй лабиринт какой-то. А, тут еще в чем прикол, то что чекпоинта нет, и я всегда должен это будет проезжать. Ну это легко, конечно, но, блин, каждый раз это говно проезжать. Да. О, такой понимаю, себе, слушай, это... такой себе. Ага, по трубе надо проехать. Понял. Ну! Как это проходить? А куда? Его покрышка? Что ли дальше? В смысле, она не поедет по крыше. Она скатывается. Она не скатывается с крыши. Она с не поедет туда. А, все, поймал лазеечку. Ладно. А, можно. Так, ну ладно. Так, теперь мы вот сюда. Сюда, так. О, вот, смотрите, как легко. Только как там? А куда этот ключик поинтом упал? Мне ж обидно, мне плакать хочется. А я тоже перед чекпоинтом падал. Блять! А как там-то? Алло, люди! Мне больно вообще-то. Алло. Алло. Привет. Да блин. А. Слышит, как Кори клацает по клавиатуре, пишем ключ. Какой чат? Я начал понимать, я буду. Проходим сложности теста вместе с Егориком. Егорик, который не может проехать первый этот самый. Жизнь будет. Я его уже проехал. Мозги здоровье. Она тебя тоже не выйдет. Я проехал! Что? Что? Как? Как я проехал? Я не понимаю, как я проезжаю эти, блин, уровни. Я не понимаю, как я их проезжаю. Я просто проезжаю. Просто мозг ты нахуй поедет. Ты чё ты материшься? О, воу-райд. Воу-райд, понял? На джипе! Воу-райд, вы угораете?
Алло. Спартакотница, как какашка. Она какашка. А, понял. Она какашка. Блин. Или куда мне надо? Мне в трубу надо. Вот тут от первого только. По-другому никак. Я считаю. Пацаны, если реально наберется под этим роликом 30 лайков, и вам реально понравится, как мы тут страдаем на дебильном скилл-тесте, то не забывайте, конечно же, ставить лайки, подписаться на и писать комментарии, потому что, блин, меня уже тут бесит немножечко вот это все. Ну все тогда, давай тогда прощаться уже. Минуту. Подожди, дай минутку. Ты сказал, что ровно сейчас закончишь. Ладно, дорогие друзья, вот такой случился видеоролик. Мы не прошли этот ебаный скилл-тест. Ну... Но... Мы его ебали в ротик уже. Да, у меня все, у Айрона нет времени. И Горик в этот раз сам попрощается. Ребята, не забывайте... А, что, прикол? Знаешь? Стоп! Стоп! Стоять, Сталамбамба. У меня, короче, типа, у меня 2 чекпоинта осталось. Там я мог бы один чекпоинт взять и второй, и все, я бы уже прошел бы полностью скилл-тест. А давай попробуем. Ну, попробовала. Ну, как бы, я, если что, еще раз попрощаюсь потом. Что? Почти! Я же заехал! Давай, короче, да пройдем, ты посмотришь за мной, я даже придумал тебе превью для ролика. Самое лучшее. Я прошел! Сука! Все, все, я отсюда не. Я не отсюда не встану, пока не пройду этот ебаный скилл тест. Ага, фиолетовый. Да, на все, да. Да мне лень, на этом все. Не, это реально проходимые. Я, которая не умела никогда проходить эти ебаные скилл-тесты. Скилл-тест на 8%, то есть 8 человек прошли этот скилл-тест. То есть 8% людей, которые запускали этот скилл-тест, прошли его. Деле, может, только 6 или 8. Блин, подожди. Люди, стоп. Мне интересно, сколько это гигабайт выйдет, вот этот вот ролик. Так. Так, все, превью сделано. Нет, так давай моё превью. Ты просто финишируй и посмотри, как я встал. Там как раз для превью. Все, у меня там только финиш. У меня только финиш. Все. Финишируй и смотри за мной. Ты же видишь, как у меня камера сейчас стоит? Нет, подожди, давай, подожди, я еще не финиширую. Через 7 минут Айрон финишировал. Ту хазен финиш. Сейчас. Да! Сосать! Хорошо! Все. Батя скилл-тестов. Смотри. Батя скилл-тестов. Как у меня перед стоит? Или ты только задницу мою видишь? Ну, я вижу перед. Но там же круто, круче всего. Но короче, что-нибудь круче выберу из этого. Все, я сделал. Ладно, дорогие друзья, вот такой случился видеоролик на целый час и 8 минут. Сколько я денег получил, интересно? Или нисколько? Ой, еще 16 тысяч баксов наверх. Не, слушай, мне очень понравилось. То есть, прям такое разнообразие скилл-тестом. Я хотел на него забить, но я это самое его прошел. Давай я прощаюсь. Мне итак, нравится друзья, все. Итак, друзья, на этом наш ролик подходит к концу. К сожалению, Егорик лох ебаный не прошел этот скилл-тест. Ну, так и не надо. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на канал.
включать уведомления и т.д., чтобы видеть наши ролики самыми первыми. Ну и пишите, кто досмотрел до конца. Правда, вы уже знаете. Ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Все полезные ссылочки в описании. Я еще раз говорю, 30 лайков и новая серия по сложному гипер скилл-тесту с Кигориком будет. Так что не переживайте, ребята. Ладно. 100 лайков. 100 лайков. 100 лайков. Нет, Black Russia мы не будем снимать. Ладно, всем пока-пока. Всем пока.